Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что, давайте поиграем сегодня немножечко в Clash Royale. Так, что у меня здесь? Смотрите, ребят, сейчас покажу вам. Вот такая у меня колода. Ну, честно говоря, меня здесь смущает немножко вот этот вот скелет. И на кого бы его заменить, я даже ума не приложу, если честно. Может быть, вы подскажете мне. У меня открылся шар воздушный. Появилось, вот сегодня я открыл. Что это такое вообще у нас? Военное сооружение, из которого периодически выходят на бой с врагами варвары. Пора запускать варваров. Ну, в общем, вот такое есть. Потом сами варвары. Вот, тоже открыл. Не знаю, что это, ракета. Ну, и это у меня уже было. В общем, пока вот такое вот хочу попробовать декой сыграть. Давайте посмотрим, что у меня получится. Поехали. Ой, блин, надо было сундучок активировать, не успел. Ладно, потом, после боя. У нас кобра. Ух ты, ядрить его на корень. Кобра — это плохо. Ой, кобра. Не кобра, а ведьма. Так, выпустил он дракончика. Надо тогда выпускать горгули обязательно. В идеале мне, конечно, нужна ведьма. Оу, блин, вот рыцарь, вот никогда не люблю, когда у кого-то есть в деке рыцарь. Потому что, ну, я не знаю, кто может противостоять ему. Нет, в принципе, догадываюсь, орда скелетиков может противостоять. Если в окружение поставить, то да. Чё я сделал-то? Ё, это же была бочка, блин. Вот я сглупил-то, а. Действительно сглупил. Так, мушкетчик. У меня здесь рыцарь. Ладно, мушкетчика мы сейчас, наверное, горгульками-то быстренько запинаем. Эх, что же дальше-то делать? Вызвал Пеку. Пека сейчас мне разрушит башню. Наверняка. Хотя нет, не успел. Опять дракон. И вот так сейчас он будет меня. То дракон, то еще что-нибудь. Может быть, шар взять к себе в деку? Ну, все, он тут меня, короче, сейчас завалит своими этими рыцарями. Этот скелет очень дорого стоит. И он хорош только в том случае, если я его отправлю, например, на башню. Там, да, ему нет цены за счет того, что он погибает, бросает после себя большую бомбу, которая наносит приличный урон. Так, кого он тут вызвал? Понятно. Валькирия. Ну что ж, давайте кинем гоблинцов тогда. Так, вышел Пека. И опять дракон. Даже я и не знаю, что делать, ребят. Вот здесь надо Валькирию обязательно. Только ей под силу справиться. Ну и отправим, наверное, скелета. Пускай он идет. Так, хорошо, башню мы снесли. Здесь мы отправим ведьму. И горгулей. Так, ну что, пока вроде бы неплохо. Давайте дальше. Отлично, ребят. Первая победа за нами. Ну, не, как говорится, не благодаря скелету. Так, получили серебряный сундук. Ребята, клан я еще не назвал. Так что жду ваших предложений. Уже поступило очень много. Парочку я уже на рассмотрение взял. Так. Ну что, попробуем опять же этой декой. Хотя, я не знаю, может быть, стоит шар взять. Но он же не атакует, по-моему, да? Ладно, давайте попробуем еще бой сыграть так. Ману против нас. Вызываем ведьму. Сейчас стопудняк кого-нибудь тяжелого поставит. Так и думал. Я так и думал, что будет какой-нибудь рыцарь или еще что-нибудь в этом роде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ага, успели добить, отлично.
Да, ведьму мою закрошили сейчас. Валькирия, да, хороша против массовых таких скоплений, типа скелетиков, всяких там войск. Пека. Вот Пека тоже меня... Мне вначале он не нравился. Но на самом деле он довольно неплох. У него очень большая скорость. Он бежит. Так, отлично. Справились здесь. Так, мушкетчика вызвал. Но я понимаю, почему. Чтобы убить моих миньонов. Давайте вызываем, наверное, ведьму с вами. И следующим, скорее всего... Оу, нет, только не это. Блин, ну где мои миньоны, ё-моё? Сейчас несет мне башню. Да застрелите вы уже его, в конце концов. Отлично. Ну, выживи. Не выжила, блин, ведьма. Ну как же так, ну... Почему же тебя так быстро разокумарили, а? Ох, ё-моё, да, здесь я, скорее всего, ребят, проиграл. Ну, вот дракон полетел. Давайте его, бомбите дракона этого. Все, разнес он мне башню. Выбегает Пека. У него стрелы. Град стрел, это очень плохо, ребят. Для меня... Потому что он делает зачистку. Ну, гоблинцов-то мы сейчас несем. Это понятно. Ух, что же нам сделать-то, а? Давайте попробуем так. И вот так. Валькирию здесь по-любому надо перехватывать. Ну давай, 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 родная. Добегай, добегай до базы. Ну, блин, чуть-чуть не хватило. Ладно, гоблины сделают наше дело. Ну, только не стрелы. Отлично, все, ребят, победа за нами. И мы продвигаемся с вами далее. Ух ты, золотой сундук получил, это хорошо. Ну что ж, давайте еще тогда бой сделаем. Ух, мне сердце аж заколотило, блин. Я батя. Батя, значит, против нас. Хорошо. Так, вот это, вот это вот не надо здесь так делать. Так, давайте лучников, наверное, поставим, чтобы быстрее убить этого дракончика. Смотри, что делает, а? Что он творит? Полетела бочка с гоблинами. Он сделал ее как отвлекающий маневр, что ли? Похоже, дело, да, было в этом. Так, попробуем вот такой вот. Отвлекающим маневром тоже. Так, вышла ведьма. Валькирия, ну давай, давай, ну... Черт, практически со всей армией справился с моей, а? Валькирия не доживет. Да, к сожалению, не дожила. Давайте выставлять мушкетчика тогда. Вышла у нас Валькирия. Ладно, будем ее миньонами бомбить. И полетит сейчас у меня бочка. Вот так мы это сделаем. Эх, плохи дела, ребята. Надо было мне на главный замок бросить-то. А я немножко сглупил. И валькирию поставил. Чуть-чуть надо было сюда, чтобы заодно помогал. Помогала башня его одолеть. Ладно, справились. Опять у него тут ведьма. Ну что же, отправляем тогда скелета. И будем бомбить
Вот так вот. Ну, успеет, успели. Отлично. Клан Google Ютуба. Ну что же, пока вроде бы неплохо, ребят. Пока неплохо. Давайте, наверное, очередной бой. Сан-Жуан. Сан-Жуан, значит, у нас какой-то здесь. Кого бы здесь влепить? Ну я почему... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Вот это вот плохо, ребята. Это очень плохо. Да, разнесет, блин. Причем довольно быстро, а. Не фарт. Не фарт какой-то просто-напросто, а. У меня пока других вариантов нету. Вот только так. Что я мог придумать? Давай. Крошите. Ну, гоблинцы, ну что же вы... Давай, пускай он подлетит поближе. И миньоны мои сейчас начнут тут бомбить. Ух-ух-ух-ух. Черт, у него еще и на кабане есть, а. Всадник. Нет. Тут, по ходу дела, не... Ой, е-мое, Валькирия, ну как же ты долго... Долго у меня откатываешься. Ладно, сейчас попробуем закинуть туда бочку. Я не знаю, правда, стоит это... О, нет, пока, ребята, этого не стоит делать. Дождемся, наверное, с вами ведьмы. Ну, давай скелетов быстрее, чтобы на скелеты переключился. Так, шикарно. Переключился на скелетиков он. Черт подери, все-таки снес мне, а. Все-таки снес он мне башню. Вызвал дракона. И здесь, по ходу дела, уже мне ничего не поможет. Я даже не успел башню запинать, к сожалению. Пека. Пека, пека. Что же мне с пекой-то делать, а? Там совсем немножко осталось. Ладно, потерпим. Давайте Валькирию. Теперь миньонов. И бочка полетела. Так, отлично, пока вроде бы неплохо. Ну давай ты, ну справься ты, елки-палки, с этой армией-то. Никак не хочет. Никак не получается. Давай бочку туда закинем. На. Он ведьму вызвал. Ведьму вызвал и дракона. Внезапная, блин, смерть. Да убейте вы... Со всех фронтов нападает, а? Ты посмотри. Что он творит? Так, надо ведьму срочно сносить. Очередная бочка у нас вылетает. Пеха тут из-под тишка, а? Смотри. Что творит? Что происходит? Ё-моё! Давай скелетиков этих валить. Напряженный бой, ребят, напряженный бой. Я вам могу сказать. Че тут, как говорится, душой таить? Сейчас вызовет наверняка рыцаря. Стопудово вам говорю, сейчас будет рыцарь. Ничья. Хорошо, ничья так ничья. Это лучше, чем проиграть. Но никто ничего не заработал. Ладно, давайте еще бой. Мы практически были на равных. Вот, ребят, мне бы вот действительно конника. И было бы вообще все круто. Но у меня его, к сожалению, нету. Затишье какое-то, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот плохо. Очень плохо, блин. Эти вот
кажется, да, что такое скелетики? Фигня полная. Ну, своей вот этой вот мощью они берут. Так, валькирия у меня, если что, есть. Ведьму? Ведьму надо отправлять, по идее. Ну-ка. Доживет она. Блин, ну вот нафига вот он драконов этих вызывает, а? Давай. Ну, отлично, отлично, справились, молодцы. Хотя бы так. Может быть, скелет отправить, а? Какая-то тишина. Он вызовет наверняка армию скелетиков. На него? Но у меня башня больше покоцанная, чем у него. Вот это видно. Ладно, давайте мы сделаем. Что он там? Мечника вызвал. Хорошо. Так. Давайте мы сделаем вот так. Вызовем валькирию и вызовем тоже мечника. Слушайте, а зачем я бочку сюда бросил, а? Кто мне скажет? По-моему, это глупо было с моей стороны бросать бочонок. Сейчас вызовет опять дракона, как всегда. Давайте ведьму. От него можно ожидать все, что угодно. Тут как пить дать. Ну, давайте отправим скелета, попробуем, что у нас из этого получится. Под прикрытием небольшим. И давайте вот так вот сделаем. Бочку отправим. Слушайте, что он там затеял такого, а? Почему никого не вызывает? Мне это странно, если честно. Да, что-то он проснулся-то слишком поздно. На что он там рассчитывал, я не понимаю. Ну что же, хорошо, победа за нами. Поехали с вами дальше. Будем играть до первого проигрыша тогда уже, раз такое дело пошло. Давайте ведьму вызовем. Оу, а вот это, ребята, плохо. Тут только у меня горгульки спасут. Другого варианта я пока не вижу. Так, он вызвал, значит, тоже ведьму. Как вы видите. Полетело у меня... Ой, ёлки-палки, вот дракон, это плохо. Это очень и очень плохо, ребят. Придется отвлекать. Отвлекется? Нет, нифига он не отвлекается. На моего рыцаря. Все, началось, блин. Началось. Давай, миньоны, быстрее, блин, вы нужны мне как никогда. Давайте разносить этих гоблинов. И, наверное, я буду вызывать... Ну, сейчас посмотрим, кого он тут вызовет. Ну, по идее, мне нужна ведьма. Хотя я могу и ошибиться с выбором своим. Следующее что? Бочку отправить? Он, наверное, что-то ждет, чтобы что-то выкинуть такое. Да. Что-то приблизительно типа того он ожидал. Вызывает тоже ведьму. Ай-яй-яй-яй-яй. Все очень-очень плохо, ребята. Очень плохо. Я бы даже сказал... Оу! Оу, ребята, у него... У него магия, молния. Ты, черт подери, снес. Ну что ж, так тому и быть. Играем все-таки до первого проигрыша. Давайте-таки мушкетчика. Ну и следующим, естественно, у меня полетит бочка. Тут как ни крути. Ладно, хорошо, обменяемся бочками. Вызывает он рыцаря на коне. Мы попробуем вот так вот сделать все это дело. Так, давайте лучше ведьму, да? Че, он ведьму грохнул, гад! Ладно, полетела тогда с этой стороны у нас бочка.
и мушкетчик. Ох, напряженный, напряженный, ребята, бой. Тут ничего не скажешь. Полетела еще одна бочка. Блин, опять что ли ничья? Да, походу дела ничья у нас тут будет. Хотя нет, никакой ничьи. Никакой ничьи. Все, ребят, я отправляю скелета. И бочку. Ну, а здесь, естественно, валькирию. Все, победа. Да, грубо говоря, вырвал таки зубами эту победу я. В магазине новые карты. Игровой домик Пека. А, ребят, я что, перешел на новый уровень, что ли? На арену 4, да? 1100. Доступны карты. Так, орда миньонов первого уровня. Шестеро быстрых незащищенных воздушных воинов. Три толпа, а шестеро рать. Так, всадник на кабане, да? Это он же? Да, на кабане. А это кто такой? Адская гончая. Величественное летающее создание, атакующее здание. Адские щенки не такие величественные, зато очень злые и атакуют все подряд. А это кто такой у нас? Пека? Так вроде же был Пека у нас. Это какой-то... посмотрите, он медленный воин ближнего боя в тяжелой броне. Бьет от бедра, зато хорошо держит удар. А это кто такой? Пламенный. Блин, да мне дали бы хоть одного дракончика-то, елки-палки. Ну, в самом-то деле, ребят, ну, так не делается. Появилось специальное предложение. Ага, за 63 рубля вы можете купить обалденные штуки. Ну что же, я знаю, что здесь я сейчас всхлопотаю, но... Так, а тут-то что такое? Собрать путь к славе. Новое достижение получил. Эх, ну хотя бы глянем, что это такое. Дом Пеки? А, ну мы видели его. Поехали. Я не знаю, здесь, ребят, совсем по-другому. Совсем другая формация наверняка нужна. И дека другая. Посмотрим, что он тут из себя представляет. Так, ну на этих-то хламонов, я думаю, сейчас у меня пойдет валькирия. Так, он еще и мечника сюда поставил. Так, срочно миньонов. Просто в срочном порядке. Да как так-то, блин? Как он умудрился? Называется, блин, перешел на новый уровень. И сразу же получаю люлей. Моментально практически. Давайте вот так вот сделаем. Опачки. Вот это вот нежданчик, ребята. Самый настоящий. Здесь бы, конечно, бы мне очень сильно помог бы... Как называется? Орда скелетов. Давайте Пеку здесь еще. Ай, рыцарь мой взорвется сейчас. Черт бы тебя побрал. Хорошо, давай миньонами. У две башни у меня очень сильно... Ой, у него орда этих миньонов. И это очень плохо. Да, ребят, ну у меня нет таких карт в данной мете, которые здесь нужны. Я так понимаю, это орды миньонов. Рыцаря у меня вот этого нету. Ну и, естественно, я здесь проиграю. Понятно. Ничего не сделать мне. Драконы еще тут у него всякие. Бесполезно, короче, одним словом. Ну, я буду сопротивляться, как смогу. Я ненавижу, когда... Выходят из игры или сдаются так просто. Проигрывать так с честью. Ё-моё, 60 секунд. Да куда мне тут, мне не справиться ни за что, блин. Полетела бочка. Справиться, нет? Нет, не успеет они справиться. Так, подожди, тут же у нас. Так, и, наверное, мы сделаем вот так. Да, мечника он подбил. Ну где еще эта бочка? Мне еще буквально одна бочка нужна, ребята. Еще одна бочка. Что он там делает?
Хорошо, тогда мы ведьму отправим. А раз он так делает. Ёлки-палки, мне вместо лучников надо было отправлять сюда миньонов, конечно же. Сглупил. Сглупил я, конечно, как всегда. Орда миньонов. Плюс всадник. Да. Без вариантов. Ой, это же миньон. Зачем я сюда выставил этого? Ну, как говорится, не судьба. Что ты там ржешь-то, идиот, блин? Были бы у меня такие карты, я посмотрел бы. Ну что ж, ребят, тогда на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И если что-то тут надо подкорректировать в моей деке, пишите, конечно, я прислушиваюсь, меняю. Все, как говорится, только для победы. Ну, а на этом все. Всем спасибо и до скорых встреч.